нам понадобится куриное филе, грибы, у меня были лесные замороженные, сметана, репчатый лук, соль, перец, мука, паприка и чеснок. Первым делом нам нужно замариновать куриное филе. Добавляем паприку. Соль, перец и подсолнечное масло. Все тщательно перемешиваем и ставим в холодильник мариноваться на полчаса. Дальше нарезаем мелко репчатый лук. И отправляем его жариться в уже разогретую сковородку. Я напоминаю, что все ингредиенты вы увидите в конце этого видео. К обжаренному луку добавляю грибы. Дальше для густоты нашего соуса нам нужно обжарить муку. Муки у меня 1 столовая ложка с горкой. И смешиваем муку с луком и грибами. Теперь выкладываем наше уже замаринованное филе на сковородку. Перемешиваем с нашими грибочками, лучком и жарим до готовности филе. Добавляем к нему сметану, у меня она 15%. Солим и выливаем 1 стакан воды. Все хорошо перемешиваем и оставляем тушиться еще на 5 минут. Смотрите, какая красота получается. Этот гуляш прекрасно сочетается с любым гарниром. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!